На этом занятии мы будем устанавливать Linux на ваш компьютер. Если у вас уже установлен Linux, то это занятие вам не потребуется. Иначе у вас либо Windows, либо macOS. Linux же представляет собой третий вид операционных систем, который бесплатный, крайне популярен среди программистов и биоинформатиков, а я, например, пользуюсь им на работе каждый день. Начнем мы с установки специальной программы «Виртуальная машина». Она позволит нам не удалять нашу основную операционную систему, а установить Linux прямо внутри нее. Чтобы скачать эту программу, перейдем по ссылке номер один. Мы видим установочные файлы для Windows и для macOS. Скачиваем нужный нам файл и ждем, когда он загрузится. Кроме того, нам потребуется сам файл с Linux, его можно скачать по ссылке номер 2.